Я художник Ирина Андреева. Представляю проект «Теплый день» из замечательного дёбового материала войлока. Проект «Воспоминания». Воспоминания об обычном дне нашего детства, которое было у каждого из нас, и у каждого был такой день. Самые простые моменты, самые простые сюжеты. И, в общем, пронизанный, я надеюсь, очень хорошим чувством. А каким образом появилась эта выставка здесь, в Чебоксарах? Я предложила, отозвались, и с удовольствием пригласили, и очень хорошо приняли таким образом. А сколько она будет проходить здесь? Есть, выставка будет проходить с сегодняшнего дня по 5 декабря. А как пришло, собственно, понимание вот этой техники? Материал очень хороший. Такое немножечко из детства, все мы носили валенки, и всегда было интересно, мне лично всегда было интересно, как они сделаны в детстве. Но я не думала, что я буду заниматься этим материалом. И однажды возникла возможность его с ним познакомиться. Я попробовала сделать валенки, у меня получилось. Я попробовала сделать еще, у меня получилось еще лучше. Попробовала сделать корову. Попробовала сделать тоже коровы хорошие, какие войлока, вообще шикарные. Честное слово, с рогами, с выменем, со всеми делами. Замечательный коров. Вообще вот сначала думала, что очень хорошо из материала будут получаться какие-то животные, коровы, медведи. Скажите честно, хоть один отрицательный отклик был? Да. Был отклик у меня отрицательный. Один пришел очень мрачный человек. В Питере была выставка, он прошел с таким вот мрачным выражением, вот так просто прибежал по выставке, еще раз постоял, сказал, никакого позитива, и вышел. Я думаю, ну, может быть, ну, настроение было у человека такое. Ну, действительно, они же никто не улыбается у меня, вот у меня нету такой пляски здесь веселой нигде, вот все такое простое, спокойное, такое, не торжественное, не веселое. Ну, вот был такой отклик, а не был. И планы. Какие планы после Чебоксар? После Чебоксар выставка едет в Владимир, в Екатеринбург, в Тюмень, вот, в Перми, в Казань. Будет... Хочу, чтобы выставка до осени обязательно объехала еще несколько городов по России. И осенью выставка уже планируется и приглашена уже за границей. Но если будут предложения еще по России останутся, я задержусь. Россия в первую очередь.